слова. И начать мне бы хотелось с того, что сказать вам, что ваша не могу найти выход. А кредо читать как не хочу найти выход. Дело в том, что когда человек говорит подобно, что я не могу найти выхода, я не вижу выхода и так далее, это значит, что, во-первых, он не способен подняться на уровень выше своей ситуации, то есть посмотреть на то, что происходит с ним, более глобально, скажем так. Во-вторых, возможные варианты развития событий человека не устраивают. Иными словами, человек не может определиться, где меньше из зол, скажем так. И то, что он не может определиться с этим, означает, что неверно расставлены приоритеты. То есть вы неправильно расставили свои приоритеты. Принятие решения относительно того, как вы будете действовать вот в своей жизни, что вы будете делать и так далее, и так далее. Вот. Далее. Вы пишете, что значит, груда долгов, которая растет с каждым стуком часов. Здесь, конечно, ситуация неприятная, безусловно, но нужно сказать, что груда долгов – это, по сути дела, проблема вашего управления финансами. И здесь вам либо в раздел бизнеса стоит обращаться, чтобы оптимизировать свои доходы и расходы, либо самому подумать над тем, как бы вы могли правильно распределить свои, скажем, траты и свои доходы, как бы вы могли их распределить, чтобы это было правильно, чтобы это было наиболее эффективно и так далее. Вот. То есть ситуация здесь именно вот такая. И смотреть на нее нужно именно вот с этой позиции, а не с какой-либо другой. Далее вы говорите про свой участок. И пишите о том, что участок вроде бы ваш, вроде бы вы находитесь в праве пользования им, но в то же время он вроде как и не ваш, и вам не принадлежит. Соответственно, здесь оптимальным вариантом для вас будет консультация у юристов в первую очередь, причем можно даже бесплатно, можно даже на нашем сайте вас бесплатно проконсультируют и полагают, что бесплатно вам помогут. То есть здесь, опять же, на мой взгляд, ну, главное, чтобы вы сами понимали, сами отдавали себе отчет в том, чего вы хотите, что вам надо. Вот, что для вас важно, что для вас ценно, что вы считаете для себя вот непосредственно, опять же, приоритетным, то есть вот этот принципиальный момент, что вы считаете для себя приоритетным, вот именно в данный момент, что важнее всего для вас. Это вот тоже что-то хотел вам сказать.
По поводу болезни вашей, сложно не согласиться с коллегой, которая сказала вам о том, что надо наполнить себя информацией грамотно и правильно об этой болезни и выработать четкую модель поведения в ней. То есть, да, безусловно, неприятно то, что у вас есть. Да, безусловно, это очень существенно осложнит вам жизнь. Я понимаю это и отдаю себе в этом отчет. Но и вам нужно понять, что ваша болезнь не смертельна, и с ней можно, в принципе, жить. Главное, чтобы вы поняли, как на максимум проявить, опять же, те аспекты положительные, которые можно извлечь из данной ситуации. Вот я хотел бы, чтобы вы для себя поняли, как можно жить с тем, что у вас есть, как можно функционировать с тем, что у вас имеется. Это тут, на мой взгляд, очень важный момент, потому что без него, без этого момента вам будет сложно как-то подстроиться под ситуацию, подстроиться под реальность. Далее вы пишете о том, что квартира плотненько есть, но оплатить ее тоже не могу, пенсии. То есть у вас проблема с доходом. И получается, что есть проблема с профессиональной реализацией. Если мы говорим о профессиональной реализации, то здесь нужно также спокойно подходить к этому вопросу и в первую очередь подумать, а вот что вы можете сделать сейчас. Какую пользу людям вы можете принести именно сейчас? Чем вы можете быть полезны для общества, как вы можете себя реализовать? То есть вы не можете этого сделать вообще, например? Простите, но я вам здесь, к сожалению, не поверю. Потому что я не верю, что человек не может быть полезным. Я не верю, что человек не может быть как-то вот реализовывающимся. Человек всегда в любых обстоятельствах может найти способ что-то делать, приносить какую-то пользу, как-то реализовываться, а значит и иметь, соответственно, доход и определенный достаток, пусть и небольшой. То есть вам здесь нужно подумать, оценить адекватно свои возможности, оценить адекватно свои способности и после этого приступать к тому, чтобы их реализовывать. На большие задачи, большие цели, какие-то глобальные свершения, конечно, рассчитывать не стоит, но с чего-то начинать все же нужно. Подумайте, что могло бы быть вам интересно. Подумайте, что могло бы быть для вас увлекательно. Подумайте, чем бы вы могли заниматься. Подумайте, что было бы для вас интересно. Просто постарайтесь об этом подумать. Просто постарайтесь это для себя определить. И вот если вы сделаете подобное, если вы сможете реализовать подобное, то я думаю, что ситуация с вашей стороны улучшится. Она будет максимально оптимизирована под ваши нужды, она будет максимально оптимизирована под ваши текущие потребности. Далее вы пишете о том, что у вас умер старший сын, и, скорее всего, вы
чувствуете вину за его смерть. Также это очень драматично для вас и тяжело вообще для своего родителя. Для родителя тяжело терять ребенка. Вот говорят, что самое страшное наказание для человека — это пережить своих детей. И с этим на самом деле сложно поспорить, но жить дальше как-то нужно, и я полагаю, что будет правильным, если вы вот этот аспект травмы в результате потери своего сына проработаете с психологом и избавитесь наконец от чувства вины за то, что он умер. Я думаю, что это вполне возможно для вас. Я думаю, что вы вполне можете это сделать. Главное здесь, чтобы вы старались, чтобы вы стремились, чтобы вы хотели, чтобы у вас было желание, у вас было желание этим заниматься, чтобы вы хотели этого сами. Тогда, я думаю, вам можно будет помочь. Далее вы пишете о том, что не можете назвать себя ленивым, работали, видно, что я заработал. Вот. Понимаете, вот когда вы говорите о том, что видно, что вы заработали, вы оперируете немножечко не к тем ценностям, которые нужно было бы здесь раскрыть. Дело все в том, понимаете, что не важно, сколько вы заработали, и не важно, каков результат вашей деятельности, важно, чтобы вы в жизни своей, в ощущении себя шли, исходя из того, что вам ценно, что вам дорого, что вы считаете для себя правильным. Вот это важно, а не то, что сколько вы заработали, потому что заработать может разный человек, разное количество денежных средств, и это не делает его хуже или лучше по отношению, например, к другим людям. То есть здесь я рекомендовал бы вам пересмотреть свою позицию относительно того, на какие ценности вы ориентируетесь при построении своей деятельности. На мой взгляд, это очень важный момент, потому что ваша неудовлетворенность, она связана именно с этим аспектом. Далее. Значит, вы пишете никак, это не все, есть семья старшего, который я нанес удар непоправимый. Тут у вас есть чувство вины и повышенное чувство ответственности за то, что вы нанесли якобы непоправимый удар. Вот. Это тоже необходимо с вами прорабатывать. Какой удар, почему вы нанесли, где границы вашей ответственности, понимаете, и так далее. То есть здесь важно отделить то, что реально зависит от вас, то, что реально находится в положении имеющего возможности с вашей стороны на это повлиять, и чтобы вы сделали это и простили себя. А чтобы простить себя, нужно принять себя таким, какой вы есть. То есть этот ваш непоправимый удар — это по сути жалость к себе. И жалость к себе — очень деструктивное чувство. Далее, супруга, ее за что? За что?
Вы считаете, что вещи происходят за что-то, это большое заблуждение людей. Вещи события в жизни происходят просто так. Это действительно происходит в нашей жизни просто так. Очень большое количество людей совершают какие-то поступки, какие-то моменты совершенно просто так. Вот не почему. Просто потому что. И все. Поэтому вам данный аспект я рекомендовал бы так же, как следует продумать. Это очень важно. Значит, если вы говорите о том, что вы нанесли своей жене, или вот, если я там правильно понял, ваши супруги, да, если вы нанесли своей супруге какой-то вред, то это не произошло за что-то. Это произошло просто так. Просто потому, что так сложились обстоятельства, и не нужно искать здесь виноватых, но нужно думать, что конкретно вы можете сделать для того, чтобы ситуацию исправить. Вот это реально то, что от вас зависит. Это реально то, что вы можете сделать. И вместо того, чтобы жалеть опять же себя и жалеть супругу, расставьте правильно приоритеты и подумайте, что конкретно вы можете сделать, составьте план и так далее. План, конкретный план того, что вы можете сделать. Далее, никак не знал того, что принесут столько горя в своей же семье. Горе в чем? Как это горе можно исправить? Как эти люди относятся к тому, что вы сделали? Как вы себя позиционируете в этой всей ситуации? Почему вы возлагаете на себя ответственность за все в единственном числе? Осознаете ли вы, что чувство вины, которое у вас есть, чувство вины, крайне деструктивно чувство, и вам ничего хорошего, абсолютно ничего хорошего это чувство не несет? Кроме только лишь самобичевания и самопринижения, которыми, кстати говоря, другие люди могут воспользоваться в своих корыстных целях. Далее. Значит, это сводит с ума, нигде не видит выхода, как так вышло, что прошив жизнь подойти к концу с такими результатами. Значит, это сводит с ума, нигде не вижу выхода. Пишите вы. Сводит с ума вас не то, что вы подошли к концу жизни, который, кстати, еще не конец, не надо ставить раньше времени на себе крест. Вас сводит с ума не совсем это. Вас сводит с ума скорее то, что у вас противоречие. Вот именно противоречие, которое у вас имеется, и сводит вас с ума. И правда заключается в том, что именно противоречия, которые у вас есть, нужно разбирать. С ними нужно работать, чтобы снять их. Эти самые противоречия. Понимаете? А то получается такая очень интересная ситуация, что противоречия вроде как есть, да? Но что делать с ними, с этими противоречиями, вы как-то вот не очень знаете. И это не хорошо, потому что если вы не знаете, что вам делать с вашими противоречиями, то они будут вас, к сожалению, побеждать. А это не несет ничего хорошего, опять же, для вас. Ну, в частности, для вас. Я смолчу про
окружающих вас людей. Далее вы пишете о том, что никогда никому не нес зла. И вот это проклятие. За что? Но здесь уже у вас идет инстинктивное желание, на мой взгляд, перенести ответственность себя на кого-то другого. То есть вы уже начинаете искать виноватых, вы уже начинаете говорить, вот, проклятие, за что это проклятие, и так далее, и так далее, и так далее. А правда заключается в том, что никакого проклятия нет на самом деле. А правда заключается в том, что и зла нет. Нет зла, нет добра. Понимаете? Есть только поведение, есть результаты, есть интересы, есть цели. И все. Никакого ответственного человека за ваши неудачи, за ваши ошибки нет. Я надеюсь, что вы это для себя стараетесь понять, ибо это очень важно. Очень важно для вас этот аспект выявить. Он, не побоюсь этого слова, он принципиально важен. Чтобы вы не искали виноватых. Чтобы вы смотрели на ситуацию, адекватно видели ее и принимали ее такой, какая она есть, и себя бы вы, чтобы тоже принимали таким, какой вы есть в этой ситуации. Поэтому не нужно скатываться в поиск виноватых за то, что вот с вами происходит. Это также деструктивный путь развития, также деструктивная модель поведения. Далее, вы пишете, значит, результат реформ. Ну вот, это вы продолжаете. Вы продолжаете, значит, снимать с себя ответственность. То есть вы как бы не хотите признавать, что все это результат ваших действий. Вот вам это тяжело, я вас понимаю, что вам тяжело. Вот. Но правда заключается также еще и в том, что это ничего не решит вообще. Совсем. И данный аспект тоже нужно учитывать. То есть определите для себя, чего вы хотите. Вы хотите свою проблему решить? Или вы хотите как-то вот, значит, зелить себя? Если первое, то нужно перестать искать виноват. Если первое, то нужно все-таки на себя ответственность за то, что происходит. И не искать виноватых, не говорить, что вот там виноват, там проклятие, там что-то еще может быть. Вот. Не нужно этого делать. Если вы хотите решить проблему свою, действовать нужно правильной позиции. А правильная позиция заключается в том, что только вы несете ответственность за свои действия, только вы способны эти действия там, например, поменять. Только вы способны изменить то, что с вами произошло. Вот. Соответственно, если вас устраивает второй вариант, если вы больше
отдаете предпочтение именно второму варианту, то есть жалеть себя и ничего не менять, то тогда ищите виноватых, обвиняйте реформы, следуйте на то, что человечество не было уничтожено в 90-е годы, как вы говорите. Вот. Но только другой вопрос в том, что вам это даст. Значит, так, когда человек живет очень хорошо, это здорово, но как получается такая жизнь, я этого не понял. Это из-за неосознанности происходит, то есть человек просто не осознает того, что он делает, и не корректирует свое поведение, под меняющиеся условия, под меняющиеся обстоятельства. Вот в результате таких процессов и получается такая жизнь. Вот, в принципе, я не думаю, что вы сумасшедший, и я не думаю, что у вас депрессия. Я думаю, что вы просто запутавшийся человек, которому нужно найти себя, в первую очередь, и принять себя, во вторую очередь. И через это... Через данный аспект, собственно говоря, и начать новую жизнь. Найти новый смысл, найти мотивацию, чтобы жить. Новые цели перед собой ставить, более соответствующие вам, например. И двигаться к этим целям. В этом, я думаю, мы можем вам помочь. Мы, я говорю, психологи. Кстати, вот тот раздел, куда вы поместили свой вопрос, раздел психогенетики, совершенно не соответствует вашему вопросу. Я бы назвал ваш вопрос больше невротическим поведением. И именно с неврозом вам предстоит работать. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу. Буду благодарен за оценку моего ответа лучше, если он вам понравился. Желаю вам всего самого доброго и удачи.